подтверждено. Крупных скоплений противника не обнаружено. Вепря высадил в районе антенн для разведки. Жду дальнейших указаний. 056 это база, возвращайтесь домой. Вепрь, доложите обстановку. База, это Вепрь. Сопротивление минимальное. Кто-то прошел здесь до нас. Вепрь, приказ установить карантинный режим на территории антенн. Нарушителей режима уничтожать без предупреждения. База вас понял. Ничего, сейчас вылетишь как ошпаренный. Никуда ты от нас не денешься. Тебе конец. Опа-на! Был противник и нету. Сейчас на тот же самый сечет. Не уйдет! Держи его!
Прикрой, завалим его! Исполнитель желаний, клондайк артефактов и черт его знает что еще. По
спеши. Если в саркофаге действительно исполнитель желаний, то тот, кто первый доберется, его желание и исполнится. Сейчас как раз перед Припятью собирается отряд ветеранов. Если поспешишь, пойдешь с ними. Контролера, кстати. Дал клеймок, пошел вон отсюда, пока цел. Контролер обиделся. Ну, ты сдурел, что ли? Нужна мне твоя развалюха, что ли? А сталкер свое гнет, я сказал, вали. Угнать, скажем, не угонишь, а вот на царапать какую-то покатень тебя оставлю. Я тут вспомнил вас. Идет, значит, сам молодой сталкер по зону. Тут бац, рощица. Или маленькая, а на карте ее нету. Ну, зеленый куда сюда, как быть. И вкрываться стрёмно, и как лучше отходить лучше. Глянь, мужик какой-то неподалеку маячит. И ни на долговца, ни на наемника не похож. Обрадовался, значит, молодой к нему. Так, мол, так, да, не подскажете, как бы мне рощу вот эту вот обойти. Что ты говоришь? Мне тоже в ту сторону. Пошли вместе. Идут тебе хорошо, спокойно идут. Молодому скучно стало, он и начинает подлизываться. Вот, значит, здорово, как быть тертым сталкером. Не шугаться от каждого шороха, оружия не таскать много. У мужика того и правда ствола видно не было. Ну, тот, стало быть, начинает ржать. Да кого тут вообще боятся? Как кого, удивляется молодой? Ну, это монстров. Контролеры одни чего стоят. Мужик так помолчал и говорит обиженно. Дурак ты. Если б сказал зомби или кровосос, но нас-то, контролеров, за что монстров не отзывают?
это как медом помазал. Кончай уже, Рихтер. Свободы, прием! Это командир спецотряда «Долго». Приказываю вам развернуться и валить отсюда нахрен. В центре зоны вам делать нечего. Нифига себе! Ты чё вообще тут раскомандовался? Ща вам покажем, кто и куда валить отсюда должен. Ребята, намыливаем задницы.